случился второй фестиваль. И это наша мечта, которая рождается просто, вы знаете, из ничего фактически. Очень здорово, замечательное впечатление. Добрый день, дорогие наши зрители. Мы начинаем наш второй фестиваль «Большие и малые звезды» на Заокской земле. Почему именно здесь? Есть другие места. Нет других мест. Хотя бы то, как общаются с нами взрослые, это колоссальное удовольствие. Потому что они общаются с нами наравне, это невероятно важно. Дети счастливы, они на одной сцене, находятся с большими звездами, и это блестяще.